Мне очень хочется поддержать в этом проекте своего друга Артура Ефремова, потому что человек он уникальный, разносторонних талантов и потрясающей целеустремленности. Все, за что бы он ни брался, у него получается. Сейчас, когда он рассказал мне про эту идею с выставкой музыкальных инструментов, мне, честно говоря, жаль, что это будет так далеко и что не все смогут это увидеть, потому что Ефремов сочетает в себе огромное количество качеств, начиная с того, что он замечательнейший музыкант, он еще и мастер музыкальных инструментов. Мне, конечно, обидно будет не посетить эту выставку, но глядя на перспективу, рассуждая, мне кажется, что она вполне могла бы иметь довольно широкий успех, и кто знает, может быть, и приехать в Москву, в Питер, в другие крупные города, потому что выставка действительно уникальна, интересна и, что немаловажно, она интерактивна. Поэтому я призываю вас всех зайти на Planeta.ru, на проект Артура Ефремова, экспозиция «Формула музыки», и поддержите его, пожалуйста. Это дело очень стоящее.